Всем доброго вечера, дорогие мои. Ну вот сегодня вечером на ифтар я делаю еще и сладкое. Сладкое это натуральное надо, чтобы сладенькое тоже что-нибудь поесть. Надо заранее подготовить. Для этого я сегодня решил делать сладкий йогурт. Вот, с клубникой. Вот она, клубника. У меня, смотрите, вот она. Вот. Но здесь очень много количества. Я большое количество не использую. Вот она. Где-то грамм 300. Вот я взял. Вот. И использую я, опять же, свое вот это йогурт. Йогурт, который я сделал сам. Тягучий, который я сам заквашиваю. И смотрите, как он тянется. Видите? Вот я ближе к экрану подведу, чтобы видели. Смотрите, вот такой йогурт должен быть. Вот так вот она. Не какой-нибудь там это, а именно по-ахмедовски. Вот. Я вот беру вот такую чашечку. Вот так вот нам понадобится вот такая вот пудра сахарная. Вот она. Чуть-чуть надо будет добавлять. Можно добавлять и песок, конечно. Но я бы не советовал, потому что сахар, она все равно будет в зубах скрипеть. Вот сахарный, вот эту пудру сахарную надо будет вам, потому что она не совсем уж сладкая, как бы скажем, и надо будет делать, чуть-чуть добавить. И пригодится нам вот такой вот блендер. Вот такой вот он. Можно такой блендер, можно другой блендер, который, чтобы режущими этими. Но прежде чем начать, надо будет вот эти... клубничку нарезать. Вот. Это быстро очень делается. Вот, смотрите. Нарезать надо обязательно. Нарезать надо. Тогда она будет быстрее. И быстрее, как говорится, это самое. Клубнику надо будет убирать вот эти части, если это есть сзади. Вот. Обязательно, чтобы не было никаких этих. Вот смотрите, вот это надо будет убирать. Вот так раз. Как у огурцов. Вот. Должно быть все чисто. Убираете все. Вот. Йогурт вот такой, кстати, в магазине продается. Маленький где-то грамм. Но там не больше 150 грамм, 20 лир, а то и 25-30 лир. Вот. Килограмм. Вот это я клубнику купил сегодня за 20 лир. Но у меня я заплатил 50 лир за 2,5 килограмма. Так что у меня даже еще останется на варенье, если я захочу. Еще намного-намного йогуртов. Могу вот этот весь, у меня тут 3 килограмма йогурта, который я сделал. Кстати, всего стоит одна ночь. И все. И получается тягучий такой этот. Вот сыпаем туда. Вот, обязательно вот эти попки убираете, вот эти. Задние вот эти, обязательно. Обязательно. И мыть надо хорошо. Хорошо надо мыть. Вот. После этого вот нарезаете вот так вот. А можно так. По-любому даже резать, лишь бы, чтобы она для блендера была легко обрабатывать. Хотя блендер режет все. Вот. Работу блендера облегчаете. Вот так вот. Когда насыпали, все, эта работа закончена. Вот у вас готово уже нарезанное. Сюда заливаете вот йогурт. Можно потом в холодильник положить остальную часть.
и на завтра использовать. Чуть-чуть вот так вот сахарного песка. Я на глаз насыпаю. Не слишком уже это. Но получается 2 столовые ложки. После этого берем блендер вот так вот. Вот она. И начинаем работать. Ваш йогурт обретет такой праздник и такой свет. И будет он уже не кипучий, а жиденький такой. Надо, чтобы хорошо она измельчилась. Так, еще немного. Все, достаточно. Теперь берем вот такой бокал. Вот он. И наливаем. Обратите внимание на свет. Йогурт, видите? Она такая розовенькая такая. Вкуснятинка невозможная. Всем хорошего дня. Делайте себя, радуйте себя. Вот. И это еще и полезно. Всех вам благ. Пока.